Порядок работы данного устройства с приложением. Мы заходим в какое-либо, ну, будет три, пока один, в контроллер. Демируем ленту, например. Потом переходим в другую зону, будет таких зон 12. Меняем свет. Оп, все, стал красный. И, допустим, выходим. И в большинстве случаев она потеряет связь. Но это сделано для того, чтобы, по сути, вы заканчиваете работу. Потом, когда уже, допустим, нужны новые регулировки, вы заходите опять в это приложение. При новом запуске она всегда будет в сети. И опять же смотрим. Вот. Там демирование пошло. Или вообще выключение. И тут, например, все решили, что пора выключить. О, не то нажал. О, опять же, disconnect. Вот есть в этом такой небольшой прикол.